всем нравится. Нам, во многом, повезло. Повезло в том, что вы сейчас увидите того мастера, которого не всегда доводится видеть в Одессе, уже по 9 месяцев. Он в рейсе, ну, моряки знают, в основном тут моряки. Сережа ездил, друзья его, Максим и там, Сергей. Тогда, когда он возвращается на берег, я звоню, говорит, Саша, ты здесь? Он говорит, да, я здесь. Вот сегодня оказалось, что он здесь. Я говорю, чем внимательнее вы будете смотреть на все то, что сейчас вам будут показывать, тем меньше вы увидите и поймете. Так всегда бывает. Когда люди концентрируют свое внимание на чем-то одном, они не могут сделать какой-то такой широкий вывод. Друзья, смотрите внимательно, потому что на свадебном празднике Аврелия и Сергея лауреат международных конкурсов иллюзионистов, артист эстрады Александр Еременко. Пожалуйста.
совсем простые вещи. Простые каналы. Хозяйство дома, у каждой хозяйки есть. Но смотрите, в руках мастера все приобретает совершенно другой окрас. Повезете секрет этого фокуса и там расскажете. Сашенька, помогай, помогай. Саша остается только смахнуть волшебной палочкой, и фокус произойдет сам собой. Я сколько не смотрю, ничего понять не могу.